Всем огромный привет, спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня с вами посмотрим товары и новинки из магазина «Светофор», который находится по адресу город Краснодар, улица Стасова, 178, это торговый центр «Медиаплаза». На экран выведу транспорт, которым можно добраться до этого торгового центра. Остановка называется улица Стасова. Желаю всем приятного просмотра и, конечно же, отличного настроения. Первая новинка, которая нам попадается, это огромная упаковка сухого корма для собак. Также подходит такой корм для щенков. В упаковке 10 кг, цена 587 рублей. Следующая интересная новинка – это лакомство для собак, мясные колбаски. В составе есть как курица, так и свинина. В упаковке 120 грамм и цена всего 87 рублей. Следующий корм для собак – это тоже новинка, в упаковке 8 кг, в составе ягненок и говядина, цена 1324 рубля. Для кошек и котов можно приобрести древесный наполнитель в такой большой упаковке 21 литр, цена 145 рублей. Сухой корм для котов с говядиной в такой упаковке 900 грамм подходит именно для взрослых кошек, цена 273 рубля. Когтеточка – это не новинка, их еще завезли до Нового года. Они продаются, но не во всех светофорах. Высота 53 сантиметра, цена 400 рублей. Комкующийся наполнитель для кошачьих туалетов в такой упаковке 5 литров, цена 72 рубля. И давайте заглянем в отдел с текстилем. В этом отделе очень много махровых полотенец. Вот такие белые полотенца – это недавние новинки. Их сейчас завозят во многие светофоры, полотенца очень классные. Изготовлены из 100% хлопка, производитель Узбекистан, размер 70 на 130 сантиметров, цена 276 рублей. А за 267 рублей продаются полотенца более тонкие, но тоже из 100% хлопка. Размер такой же, 70 на 130 сантиметров, и чем больше плотность у полотенца, тем оно дороже. Есть еще вот такие варианты полотенец, очень симпатичные, с интересной окантовкой. Производитель Узбекистан. Состав 100% хлопок, цвета есть разные, есть розовые, бирюзовые. Цена 129 рублей, это цена за маленькое полотенце 50 на 80 сантиметров. Из прошлых завозов в магазине есть вот такие красивые полотенца с красивым узором. Это полотенце российского производителя. Набор мягких подарочных полотенец, в наборе две штуки именно в этом магазине. Цвет светло-серый и цена такого набора 419 рублей. Маленькие вафельные полотенца, размер у них 40 на 60 сантиметров, производство Узбекистан, это 100% хлопок, цена всего 65 рублей и в магазине можно выбрать несколько цветов. Также в магазине есть большие покрывала, цена у них 850 рублей, это махровые покрывала размером 150 на 200 сантиметров. А за 932 рубля продаются вафельные покрывала. Постельное белье из 100% хлопка, ткань называется Runforce. Двухспальные комплекты стоят 1416 рублей и есть полутораспальные комплекты. Цена у них 1213 рублей. Производитель Пакистан. Наволочки есть размером как 50 на 70, так и 70 на 70 сантиметров. И недавняя новинка в магазине – это фланелевое постельное белье. Двухспальный комплект по цене 1556 рублей. Оно изготовлено из 100% хлопка, очень мягкое и теплое. Наволочки в этом комплекте 65 на 65 сантиметров. Производитель Туркменистан. В этом магазине можно приобрести подушки, цена 182 рубля, это размер 50 на 70. Хороший выбор флисовых пледов, появилась новинка, это вот такой черный плед с белыми звездами. Все пледы размером 150 на 200 сантиметров, цена 273 рубля. Такие пледы производит город Краснодар, компания называется Люкс Юг. Также в магазине можно приобрести домашнюю обувь. Домашние тапочки мужские модели, они очень легкие, верх у них текстильный, носок открытый, цена 184 рубля. Утепленная домашняя обувь с искусственным мехом внутри, цена 342 рубля. И домашние тапочки женские модели есть, тоже очень легкие, цена такая же, как и у мужских, 184 рубля. Из недавних новинок в магазине можно приобрести набор ковриков для ванной комнаты. Вы только посмотрите, какой интересный рисунок. Кстати, такой расцветки коврик вижу впервые. В других светофорах были другие расцветки. У этих ковриков не скользящая поверхность. В наборе два коврика 50 на 80 и 50 на 50 сантиметров. Это производитель Турция. Цена 416 рублей.
Большие боксы для хранения, есть боксы на колесиках, есть с крышкой, створкой, цена 707 рублей. Для уборки в магазине можно приобрести швабры с насадкой из микрофибры, если не ошибаюсь, цена 198 рублей. И за 297 рублей продаются швабры с отжимом. На эту швабру я уже показывала свой обзор. За 95 рублей продаются черные большие ведра. Есть также специальные контейнеры. Это уличные баки с крышкой, цена 379 рублей. Корзины для белья, цена 395 рублей. Набор из трех корзинок. Цена 329 рублей. Появился в магазине огромный бокс для хранения различных мелочей. Я думаю, что такой бокс подойдет именно для мужчин. Размер 42 на 33 сантиметра. Цена 512 рублей. Набор контейнеров из трех штук, цена 347 рублей. Из мебели в этом магазине можно приобрести стеллаж, цена 2988 рублей. Письменный стол по цене 2774 рубля. Многие модели не собраны, поэтому показываю те фотографии, которые были в магазине. Также еще продается кухонный стол с металлическими ножками. Размер столешницы 100 на 60 сантиметров, цена 1635 рублей. Стулья венские с мягким сиденьем, к сожалению, в магазине цены не было, но насколько помню, цена вроде была 680 рублей. Также продаются табуреты, цена 274 рубля. И комод на 4 ящика по цене 3000 рублей, изготовлен из материала ЛДСП. И, конечно же, давайте пройдемся по отделу с посудой, в котором можно приобрести салатники из стекла, цена 114 рублей, минажница, изготовлена тоже из прочного стекла, цена 123 рубля. Красивые салатники, объем у них литр, цена 139 рублей. Появилась новинка, это ваза для фруктов, изготовлена она из стекла с очень толстыми стенками, диаметр такой вазы 25 сантиметров, упакована в красивую картонную коробку, кстати, можно приобрести такую вазу на подарок, цена 292 рубля. Суповые тарелки из опалого стекла, это, кстати, недавняя новинка, к сожалению, в магазине не было цен, но если я не ошибаюсь, они стоят не дороже 100 рублей. Из стекла продаются десертные тарелки диаметром 19 сантиметров с узором листья. Очень, кстати, симпатичные. И из этой же коллекции можно приобрести суповые тарелки. Они более глубокие, диаметр у них 22 сантиметра. К сожалению, не на все товары были представлены цены. Десертные тарелки из темного стекла стоят 62 рубля и диаметр у них 18 сантиметров. В другой части отдела есть посуда с прошлых завозов, показываю в принципе ее в каждый раз, ничего там не изменилось. А вот из новинок это кружки из опалого стекла марки Luminarc. Они очень легкие и удобные, объем кружки 300 мл, цена 88 рублей. Набор стаканов из цветного стекла, в таком наборе 6 стаканов и объем каждого стакана 250 мл, цена за набор 279 рублей. В магазине классная новинка, это средство для мытья посуды марки Биолан с ароматом апельсина, в такой упаковке 900 мл и цена всего лишь 79 рублей. Кстати, в Ашане точно такое же средство стоит почти 200 рублей. Из бытовой химии, в принципе, в магазине есть все, что обычно продается в любом светофоре. Это моющие, чистящие средства, стиральные порошки, я их обычно всегда показываю в своих обзорах. А вот из новинок появились шланги, это отдел для сада и огорода, цена шланга 745 рублей, также завезли сетку, цена 488 рублей, небольшие теплички, цена 287 рублей, ну и конечно же грунт. И посмотрите, какое огромное количество лука-севка, для обработки растений борная кислота, марганцовка и также побелка. А из мебели садовой это садовая скамья, основа у нее металлическая, цена 1857 рублей. В отделе консервации появились новинки, это, кстати, большая упаковка яблочного пюре, в такой баночке 500 грамм, производит Астраханская область. Такое пюре можно добавлять в различную выпечку, в печенье и есть как самостоятельный продукт, цена 72 рубля. Дробленые лимоны с сахаром марки Кубаночка, производит, кстати, Краснодарский край. И в такой же упаковке продаются еще протертые апельсины с сахаром, в баночке чуть больше 570 грамм.
Цена одинаковая, 84 рубля. Огромные маринованные огурцы, они на самом деле очень большие, в такой банке 3 килограмма, производит Волгоградская область. Цена 194 рубля. И есть в магазине маленькие огурчики. Это маринованные корнишоны, производит Астраханская область. Корнишоны по-баварски, в баночке 700 грамм. Цена 119 рублей. Появилась в магазине новинка. Это овощная закуска ризотто. Кому интересен состав, ставьте на паузу. Производит Волгоградская область, в баночке 510 грамм. Цена 89 рублей. Еще одна новинка, это баклажаны в аджике, в этой баночке уже 700 грамм, цена 114 рублей. И конечно же давайте заглянем в холодильник, за 145 рублей продаются яйца 30 штук, песочное печенье Престиж, цена за коробочку 180 рублей. Заварные пирожные профитроли, цена 180 рублей. Слоеные пирожные муфточки, цена 174 рубля, в коробке 700 грамм. И пирожное Наполеон в коробке 1 кг, цена 232 рубля. Творожный рожок со вкусом вареной сгущенки в упаковке 40 грамм, цена 17 рублей. В магазине неплохой выбор разных сыров, есть твердые, есть плавленые сыры. А вот из новинки это сыр моцарелла для пиццы. Цена за упаковку 348 рублей. Еще одна из новинок – это сыр сиртаки для греческого салата, цена 159 рублей. И также есть в магазине плавленые сыры. В магазине хороший выбор различных колбасных изделий и мясных. Давайте посмотрим, что есть. За 330 рублей продается сырокопченая колбаса. Она изготовлена из свинины. Следующий мясной продукт – это щековина варено-копченая. Цена за килограмм 182 рубля. Голени индейки, цена за килограмм 152 рубля. На этом мой обзор заканчивается. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если для вас оно было полезным и интересным, поставьте пальчик вверх и не забудьте подписаться. Желаю всем отличного настроения, всем до скорых встреч, пока-пока!